Первый государственный визит этого года. Кыргызские дипломаты готовятся встречать Владимира Путина. Наш президент пригласил российского лидера в нашу страну во время прошлогодней встречи в Таджикистане. С тех пор идут согласования деталей этого визита. Как ожидается, российский лидер приедет в Кыргызстан в конце марта. Однако прежде еще должны состояться переговоры на уровне внешнеполитических ведомств. Сторонами сейчас вопрос прорабатывается. Мы ожидаем, что государственный визит российского президента состоится в конце марта текущего года. И кроме этого, 3-4 февраля текущего года ожидается официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Одним из главных вопросов повестки дня наших министров иностранных дел это будет обсуждение предстоящего государственного визита российского президента. Вопросов, как всегда, накопилось немало. Государственный визит – событие нечастое, поэтому к нему обычно готовятся целые пакеты документов для подписания. Так планируется и на этот раз. Среди возможных тем дискуссий – военное и экономическое сотрудничество и права соотечественников. В ходе двухсторонних встреч на высоком уровне между нашими президентами состоится обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-российского сотрудничества, в том числе это по торгово-экономическому сотрудничеству в области обеспечения безопасности в регионе, продвижения в Кыргызстане проектов в области инфраструктурного строительства. А, безусловно, будет затронут вопрос и о наших соотечественниках, которые пребывают в Российской Федерации. Это вопросы, касающиеся миграционной составляющей. Кроме самих переговоров, планируется проведение и других мероприятий. В ходе визита стороны постараются охватить как можно больше направлений сотрудничества. В рамках государственного визита у нас запланирован ряд мероприятий. Это 21-е заседание межправительственной Кыргызско-Российской комиссии, 8-я Кыргызско-Российская межрегиональная конференция с участием бизнес-сообщества из Кыргызстана и России. Ожидается из России приезд около 500 представителей бизнеса. И также у нас впервые будет проходить форум ректоров вузов Кыргызстана и России. Мы ожидаем, что по итогам этого форума будут подписаны ряд соглашений между вузами Кыргызстана и России. Кстати, Путин в этом году в Кыргызстан приедет дважды. Второй раз вместе с другими лидерами стран ШОС он примет участие в саммите Шанхайской восьмерки, который пройдет летом этого года. В рамках этого мероприятия в нашу страну приедут также и наблюдатели из стран, не входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС.